Привет, это новый выпуск по Clash Royale. Я буду говорить сегодня тихо, я просто очень сильно заболел, поэтому мне очень трудно разговаривать, но видео у меня по плану, у меня уже все расписано, поэтому я не могу пропускать, у меня есть график сейчас по выпуску роликов. Я планировал, конечно, выпускать по 2 видео в день, но пока не успеваю. Возможно, чуть позже, если нормально выздоравливать буду, то буду чаще записывать. Что касается стримов, ребят, ну, стримы будут намного реже. Но чтобы быстрее стримы вернулись в обычный для вас график, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите подписочкой, я вам безумно буду благодарен. Значит, сейчас я нахожусь на своем основном аккаунте, значит, у меня здесь SMS. Я его давно как бы еще планировал набить, открыть на видос, потому что, ну, редкие сундуки, давайте сейчас заберем 5 опыта или вот этих 5 медалек. Нам осталось 10, вот этих 10 медалек. Короче, предлагаю выполнить вот этот квест. Кстати, тут уже есть выполненные квесты, но это не я их выполнял, просто у меня еще админ играет на моем аккаунте иногда, поэтому я хочу сам выполнить и сам забрать этот SMS. Значит, что у нас по квестам? Смотрите, нам надо, короче, победить в боях один на один, используя карты Гоблины и Валькирия. Я уже подготовил, вот колода, арбалет, Гоблины, Валькирия есть у нас. Точнее, ну, арбалет тут как бы не для квеста, но просто дека с арбалетом. В общем, поехали, выполним этот квест. Да и, в принципе, откроем SMS. По идее, должна выпасть Лего. Значит, по Легам я тоже планирую записать на днях выпуск. Я давно еще планировал прокачать принцессу, прокачать кладбище. Друзья, скоро эти ролики наконец-то выйдут. Короче, если ждете, на колокольчик нажимайте. Ну что, я готов. Поехали в глобал. Так. Браво, 12 уровень нам подбирается. Значит, мы сейчас, нам нужно одну каточку сыграть, да, выиграть, получается. И потом мы можем заменить колоду и поиграть какой-то другой декой в глобале. Ну, то есть, откроем смс, посмотрим, какая лего там будет. И так далее. Так, темный принц летит. Что же это такое может быть? Давайте поставим вот здесь вот так. И вот так. Бревно, оп, ах ты ж, блин. Да, неплохо, неплохо сделал. Так, сейчас ставим арбалет, у нас Тесла стоит рядышком, поэтому она будет дефать наш арбалет, наверное, по идее. О, май гад, как это было хорошо. Ничего себе. Блин, рили нормально задефался парень. Ого. Вы видели просто, как он охрененно среагировал Хога на Теслу, пушку на, блин, на арбалет, нормально. Только я не понимаю, темный принц там каким боком в эту деку влазит. Ну давайте смотреть, короче, что у него еще за дека там. Точнее, что у него еще за карты. А, так, значит, давайте ледяного духа сольем. Так, опять на нас идет темный принц. Значит, а парень, короче, вы видели, да, как. Оу. Так, тут, наверное, Валькирия. Вы видели, да, как он с бочкой? То есть кинул ее так, что я не попал бревном. Так, орда мух еще, это капец, что за колода такая? Жесткая. Так, Тесла стоит, так, тут бревно чуть-чуть дальше в этот раз выбрасываю. Хорошо. А, ну, пока, конечно, я проигрываю, но это пока. У меня еще одна Тесла теперь есть. Значит, значит, если у него есть пушка, мне надо что-то вперед арбалета кинуть. Давайте, у него еще фаер есть. Давайте, короче, лучниц, вот так, здесь Тесла. Хорошо. Блин, конечно, Тесла надо было чуть-чуть не так поставить, но ладно. Так, сейчас будет двойной эликсир. Ну и сейчас, в принципе, будет жара. Блин, вот это мне единственное смущает его орда мух. Реально смущает. Так, поехали. Понеслась. Так, ледяной дух. Варвары, лол. Так, здесь гоблины. Отлично. Готовим фаербол. Давай, подлетай, подлетай. Е-бой. Так, быстренько, быстренько. Пушка. Блин, нихрена себе пацан дефается. Так, а фаербол он только что сливал или нет? Да-да-да, он слил фаербол. Поэтому понеслась. Так, сейчас, скорее всего, будет хок справа. А, нет. Ставим, короче, вот так вот. Поехали. Сейчас быстренько уносим его. Так, хорошо. Фаербол. Замечательный фаер. И пошла жара. Пошла жара. Давайте тут гоблинов. Тут у нас лучницы. Так, нам надо, короче, снести до того момента, чтобы уже можно было добивать фаерболами. В принципе, осталось 2 фаера. Вот, но я пока не буду торопиться выбрасывать его. Так, бревно тоже не буду сливать. Бревно не буду сливать. Фаербол страшно сливать. О боже, что это? Давайте ставим так. Ага, я понял, что это. Это, короче,
Ну, ставим арбалет. Валькирию успеть. Оп, отлично. Ледяной дух. Хорошо. Пошло у нас бревно. Быстренько, быстренько, быстренько. Блин, страшно, я боюсь фаербол выбрасывать. А, отлично, все. Ух, как-то сложно было, реально. Либо я с арбалетом плохо играю, либо противник, ну, опытный был. Не знаю, было сложно. Плюс 32 кубка, значит, что получается? Мы выполняем квест, да? Да, мы выполняем квест, забираем награду. И супер магический сундук у нас готов, отлично. Значит, смотрите, что по легам. Что я хочу? Легендарки должны быть. Смотрите, значит, у меня осталось Ледяной колдун 2, 2 карты, у меня Громовержец 11 из 20, значит, еще что-то было, бревно, по-моему, там. Ну, короче, вот эти карты мне нужны. Да, бревно 2 карты осталось. В общем, поставьте лайк, чтобы эти карты мне выпали. Так, ну что, поехали, открываем супер магический сундук. Так, еще с эпических карт очень хочу молнию. Бочка со скелетами, сборщик. Копейщики. Леги. Так. Так. Пожалуйста, ледяного колдуна. Только не кладбище и принцессу, пожалуйста. Ну, шахтер там очень много еще. Одна из 20, короче. Эпики. 26 охотников. Ну, охотник у меня еще не 8 уровня, поэтому пригодится. Так, предлагаю сходить еще в онлайн-каточку. Только теперь, я не знаю, какой декой. Давайте сыграем вот этой колодой. Вот этой. Гигант, два принца. Почему бы и нет, да? Так, Мария. Значит, вот эта колода с гигантом очень сейчас популярна в испытаниях, в глобале, то есть реально... Опа, опа. Так, я понял. Сейчас, скорее всего, будет зап. А, нет. Подкидываем гиганта. Подкидываем гиганта. Хорошо. Пошла контратака. Так, тут летучих мышей еще подкидываем. Так, что у нас? Что он готовит? Зап, хорошо. Копейщики там мало наносят урона. А, друзья, у него такая же дека, походу. Да, 100% у него такая же дека, потому что... ну, я все карты уже вижу в наличии, поэтому... Ну, это стопудово. Стопудово дека. Только у меня вместо копейщиков банда гоблинов. Вот и все. Отличие. У меня просто копейщики 12 уровня, у него тоже, кстати. Да, это по-любому гигант. Ну, возможно и нет, не знаю, посмотрим. Но мне кажется, это колода такая же, как и у меня, зеркальная. Да, вот он, гигант. Так, а как же задефаться? Как же задефаться? Крутить надо до гиганта, да? Наверное. Выбрасываем банду. Блин, на гиганта не хватает. На гиганта не хватает. Пошел гигант. Ой, я, наверное, неправильно играю. О, жесть. Жесть, пацаны. Я тут затупил ужасно. Так, нужен зап срочно. Срочно нужен зап. Блин. Зап. Охренеть, все, это минус башни у меня. Блин, я там натупил, пипец просто. Зачем я выбрасывал гиганта на... Ой, боже, надо было просто яд кинуть. Ладно, давайте здесь летучих мышек. Короче, сейчас буду пытаться камбачить. Если не закамбачу, это будет плохо. Он запнул, слушайте, ну хорошо, зап потратил. Значит, сейчас будем... Только надо подумать, атаковать на 2 короны или на 3. Вот это, конечно, сейчас вопрос у меня. Так, значит, что мы делаем? На трешку идти или... Блин, не знаю. Наверное, вот здесь пойду, с правой стороны. Не знаю. Так, тут гигант. Гигант пошел. Тут лучницы, я не знаю. Лучницы, тут обычный принц. Так, тут у нас надо ядом накрыть. Давайте накрываем ядом. Сейчас уничтожаем все там и наносим небольшой урон. Ну, что-то мне подсказывает, что мне не хватит просто... не хватит снести его. Мне так кажется. Хотя, если сейчас гиганта подкинуть... В принципе, можно его забрать. Давайте летучих мышей. Так, хорошо, сейчас вот здесь зап. Просто зап. Отлично. Одна мышка выжила, смотрите. Шанс есть, пожалуйста, пару тык. Одну хотя бы. А добьет? Добьет Пойзен, интересно. Мне кажется, не добьет. Блин, он добьет. Или не добьет? Или добьет? Добьет. Ладно, давайте здесь, короче. Ну, я все, я тут затупил. Хотя, смотрите, дефаюсь пока что. Держимся, пацаны, держимся. Так, здесь выбрасываем лучниц. Сейчас будем контратачить. Хорошо. Ну что, пошел у нас гигант. Пошел у нас гигант. Дальше у нас пойдет вот здесь гоблины. Банда. Банда гоблинов. Так, тут у нас Poison. Давайте Poison. Хорошо. Сейчас будет контратака на меня жесткая. Ну, постараюсь задефаться. Постараемся задефаться. Тут зап. Отлично.
Не, все, пацаны, я проиграл. Блин. Или нет? Или проиграл? Или нет? У нее фаербол, да, вместо поизона? Да, я проиграл. Эх, плохо играю с этой декой, плохо. Блин, я такой красный, я только сейчас увидел. Ребята, у меня просто температура почти 38. Мне так ужасно. Ой, друзья, наверное, все, на этом буду выпуск завершать. Мне очень сейчас плохо, но я не могу оставлять канал, потому что я очень ценю вашу активность, я очень ценю то, что вы ждете ролики, и стараюсь выпускать их каждый день. Но если вдруг какой-то день выпадет, либо стримов не будет, то есть поймите меня правильно, но не забывайте, я все равно однозначно скоро домой даже вернусь, и постоянно будут ролики, постоянно будут стримы. Самое главное, нажимайте на колокольчик, потому что YouTube, если долго там не выходит видео или еще что-то, начинает отписывать людей, перестает присылать уведомления, ролики перестают попадать в рекомендации. Короче, друзья, лайк, подписка и колокольчик, и все у нас будет хорошо. Спасибо вам за просмотр, желаю вам удачи, не болейте, всего хорошего, до новых встреч, всем пока.